що саме тут, у центральному парку міста Вінниця, збираються найталановитіші люди від малого до великого. Ходімо перевіримо. Вам подобається тут танцювати? Зачем ви тут грати? Здравствуйте, Андрій Бідняков. Да, здравствуйте. Я вас знаю. Ми танцюємо тут. Скільки можна танцювати? Боже, опа! Так, не знімай, у мене дружина є. Я у відрядженні, не знімай. Жіночки. Ти бачиш? Вибачай, це життя, мала, це життя. Бач, фанатки, фанатки. Олег Винник. Аміна, Аміна. О, так, поющие дети я обожаю. Так, вот наконец. Мне 19 лет. Як так може бути? С возрастом мы все меняемся, но я постоянно смотрела на себя в зеркало и понимала, что я не меняюсь, как все. Наверное, все задают, у кого какие-то проблемы, все люди задают, почему я. Ну, я тоже задавала вопрос, почему именно я. Врачи не могут объяснить медицинскими терминами, почему я такая маленькая. Они просто говорят, что это гены. Какой у тебя рост? По-настоящему я 1,47 м. Но всем я говорю, что 1,50 м. Может, для кого-то это нормально, или думают некоторые, ну и что? Но все-таки я знаю свои недостатки, то, что из-за чего я комплексую, и когда тебя тыкают этим, ты сразу закрываешься. Я знаю, я понимаю то, что своими силами, своими стараниями, если ты этого очень хочешь, ты все сделаешь. То есть все зависит от нас. Это мы себе психологически ставим какие-то преграды. В общем-то, если человек хочет, он всего добьется. Несмотря ни на что. Ну, спевай ты тоді. Підтримайте її звідси. I just wanna be part of your Thank you.
Аміна, ви дуже спешл, мені дуже сподобалось. Ви така ельфійка трішки. А я от дуже полюбляв казку про Пітера Пена в дитинстві, і там була маленька фея, яка прилітала весь час така, а яка, ну там, розпиляла щось таке, що робила з дорослих дітей. І я кажу вам так. Дякую. Аміночко, кльово у вас вийшло. Ви молодець, я кажу вам так. Дякую. А, вы знаете, мне тоже как-то удивило вот эта какая-то кукольность. Mm-hmm. Вот, когда она берет эти высокие нотки так аккуратно. Вот в этом что-то есть. Я говорю вам да. Я теж вам скажу так. Дякую. Дякую. Спасибо большое. Спасибо. До зустрічі. До зустрічі.